Всем привет, и сегодня будем, короче, работы делать хатыну. Вон там он. Ну, короче, сейчас я вам покажу. Я уже начал их делать. Домик этот в лесу нахуй. О, пожалуйста, ребят, вот это вот канаты вот такие вот, такая вот стеночка, сейчас зафигачим. Это все будет шейк, ё-моё, ну, пошли, короче, рыбать. Ребятки, всем привет, это я, Толик. И Анатолий тоже мне помогает. Да, Анатолий? Ну да. О. Мы вот акации будем открывать. Да, всё, вот всё. Ё-моё, две. О, материалы, блин. Пошли. Так, ребята, сейчас. Еще рубанем, короче. Да, ё-моё, ты смотри. Что этот царь творит, ё-моё. Кстати, мы сегодня не топором, а серпом рубаем. Да. Ты ж этот серп творит. Он как топор нож. Даже так не сможет, как ты серп. Отвечай, ребят. О! Погоди. Эй, ты тотки. Давай, туда. Ты давай, чтоб людям было видно. Так, давай, иди, давай. То, блин. Все, ребята, пошли. О. Ё-моё. Вот так вот, ребята. Все нормально, да, идем. О. Ай. Сейчас будем крысу делать. Вот, ребята, заходим вот сюда, вот. О. И вот так вот делаем нашу крышу. О, вот, ребятки, берем еще одну такую вот. И вот так вот, короче. О. Можно от дождя ховаться. От тещи какой-то там. Нам надо хорошо его укрыть. Короче, да. Чтобы от дождя спрятаться. Да, дождя от белочек каких-то там. От белочки. Ой. Ё-моё. А откуда бутылка наверху? А я тоже это так вообще. Интересно мне что-то. О! Вот, ребят. Мы решили для вас заснять сегодня 24 часа в лесу. Да, да, да. О, ребята, вот тут у нас такой вот уют такой вот. Осталось еще там чуть-чуть плиту какую-то сделать. На, держи. Не, ты снимай, Толян. Кто? Оператор, чей, кто там у нас? Так. Ну, я тоже хочу поработать. Да не, я ж главный тут актер. Ладно, ребят, как. Ой, все. Смотри. Ой. Ну, вот там... это мы сейчас хатку забабахаем. Зато никто и это. Не поломает. Никто не тронет и не поломает. Сегодня наше оружие, ребят. Так, серп. Осторожно. Так, ребята, вот осталось последние штрихи. О. Теперь туда его укрывай. Кладем вот, да. Вот так вот. Вот, ребятки. Кстати, ребят, смотрите, сколько материала здесь. Что хочешь, то и бери. Да, ребята, тут материала. Можно еще квартиру построить. Так, ребята, а ну-ка, донеси. Да на, что ты так? Надо, Федя, надо. О, вот так вот. Так, ребят, вот так вот. Похуй, вот так. Так, ну что, идем, короче, еще пару таких. Надо будет посередине натянуть канат, чтобы для постраховки было. Погнали. Ты что?
лесник. Блин, у меня к ноге что-то пристал. Если тоже тоже хотите построить вот такой домик, будьте осторожны. Да, будьте осторожны, блокация это не шутит вообще. И серп, либо топором, чем вы там будете работать, будьте осторожны. Будьте всегда осторожны. С мороженым. А мы погнали дальше. Вот, видите, ребят, как уже видно стало нашу хатку. Лабуда, дом, квартира. Угу. Наш. Там совок есть. Вот. Пошлите, вам, ребят, покажу. Пошли, ребята, покажу. Вот. Совок. О. Там, где мы ловили, в тот раз мы очень-очень близко строим. Вот тут вот, ребята. Вот здесь. Мы здесь рыбачим, короче. Шашлыки жарим. Такое. Так, ну что, ребятки, показали вам. Погнали. Делать нашу. Доделывать нашу халабуду. Побежали. Ну. Нам не надо тут спешить. Пошлите. Ребятки. Ребятки, ребятки. Так, уже порезался опять. Так. Палочку. Пару стрижков. Вот таких вот красивых. О, халабуда, ё-моё. Ёшкин-матрёшкин. Строители отдыхают. Угу. А то сосна была, вообще было классно. Вообще было пироги. Да. Вообще был бы шик. Шикардос. Вот. Последняя. Вот так вот пусть. А я пол застелю. Можно я пол застелю? А чем? Ну, я знаю чем. Ну давай покажи. Будешь держать камеру, я покажу. Да? Ну да. Смотрите, тут здесь пенечек сидит. Так, ребята. Давай мне на штатив. Во. Без штатива вообще не сделал, да там? Ну да. Я сегодня штатив. Вот. На, держи, я хочу уже пол. Вот. Ну, тогда нам хочет показать, как он хочет застелить. Где ты стерпадил? Вон тут. Вот. А ну давай, Таланчик. Покажи нам, чем хочет застелить. А, ну да, можно такими. Вот. Ребята. Вот такая вот у нас получается халабудка. О, вот этот Толян. Нам надо очень много таких. Вот так вот хочет заселить. Вот такими вот веточками. Наш тут домик. Ну, в смысле пол. Так что вот, ребятки, нарезаем вот таких вот веточек и туда вот нашу халабуду застеляем. Блин,
Вот, ребятки, почти настелили мы свою. Все, мы закончили. Этот полностью. Все. Есть. Пошли, Толян. Держи. Сейчас я еще наделаю тут немного. Так. Будет все. Чики-пуки. Да. Ну, пошли сюда. Ну, пошли тут. Кстати, смотри, как, там какая акация. А что, красивая, да? Вообще, шикардос. Угу. А ну, отойди. Акация не шутит. Смотри, какая толстая. Я не шучу. Две ака толстая. Да. А я не петюсь. Во. Тепер по верху бахни. Не с одного раза, во. Ну. Шмальну я їх. Так. А ти ще хочеш кришу укрити, так? Ну, це просто криво вже. Стали стіни там, що треба робити. Стіни і трохи кришу. А. Ну, над кришою вже я поработаю. Да? Ох. Ох, да. Нас, може, дождик зараз появився. Да. Ребятка, давайте наберем уже 1000 подписчиков, блин, нам уже скорее бы. И будет шикардос просто. Для меня будет неприятно, а вам будет еще больше интересных видео. Да. И со мной. Да. И с подписчиком, ну, Анатолием, моим другом. Так, погнали. Везет нам, везет мне, ребятки. Так, то я. Давай, иди туда. Да ну-ка ты я. Во. Вот такое у нас чудо получилось. Смотрите. Вот мы пол устелили. Видите, как Ростик тянет. Вместе. Дай над крышей. Дай над крышей. Я. Во. Так, подожди, там. Во, охотники стреляют. Да. Фазан. Утка. О. А то, ребята, тогда если наберется на этом видео хотя бы 20 лайков, то я вам покажу, как сделать светильник. Ну, типа светильник, когда света нет там, или в лесу, я вам покажу, как можно сделать, чтобы дома горело. Ну, вообще прикольно. Я уже тоже покажу. Делал. Вот. Кстати, ребята, я тоже буду делать свой канал. Так. Рыбалка и охота. Где этот, блин? А, вот. Ну, так, ребята, остались последние штрихи. Смотрите, ребят, не загрязняйте природу. Видите, что? Так, я вам прошу, я вас прошу, вот. Не загрязняйте. Ребята. Пожалуйста. Короче, еще чуть-чуть осталось. Вот так вот. Ну, закидаешь туда так. Да, я чуть-чуть туда его, да? Во, вот так. О, а ну. Там еще надо закрыть. Вот так вот, ребят. А ну. А ну, покажи. Ребята, а ну-ка. Вот тут вот у нас такая вот получилась. Конструкция. Такая крыша. Можно от дождя это. Захалат. В общем, нормально получилось у нас. Так, ребятка, вон стенку еще наделаем. Вот, заболел немножко. Здорово. Давайте, ребятка, чтоб 25 лайков еще, чтоб Толян выиграл. Да, то не будет видео. Да. Как у меня без него будет видео? Никак. Так что давайте, ребятка, чтобы... Не болел там. Здоровья ему там. И вы не болеете. Лекарства сейчас меньше дорогие. Лекарства дорогие. Да. Так, ну что, ребятка. Давай, Росик, пошли одни из штрих. Да. Вот это вот. Раз. Ничего сложного тут здесь нету. А, все, ребятки. Держи. Вот такая вот, а ну-то нам
залезть. Вон. Класс. Ну еще можно, если, о, вот здесь еще если вы хотите. А где сердце? Там где? А, я понял. Вон тогда он лежит и не на грязном, а на чистых листочках. Вот, вот такой у нас потолок или, ну, крыша получилась. В общем, такой нормально. Вот. Ставьте лайки, ребятки. Подписывайтесь на мой канал. Не болейте. Вон. Кому понравилось видео, опять же лайки. Так что всем удачи, всем пока. Больше комментариев.